Сохранение и развитие родного языка в Цивильском районе прошел межрегиональный педагогический форум «В единстве сила». Он собрал учителей чувашского языка и руководителей образовательных организаций республики. С каждым годом детей, владеющих чувашским языком, становится все меньше. Педагоги признаются, заинтересовать современного школьника этим предметом непросто. Поэтому стараются внедрять новые методики обучения. Так, например, учитель чувашского языка Чурачекской школы Венера Иванова одним преподаванием уроков не ограничилась. Кроме того, что мы изучаем на уроках чувашского языка, мы это закрепляем на внеурочных занятиях. В нашей школе работает кружок «Щелгущ», где дети занимаются театральным искусством. Сегодня в республике более 600 учителей чувашского языка. Большинство из них постоянно проходят курсы по повышению квалификации. Остро стал вопрос об увеличении числа часов преподавания родного языка в школах. Для его сохранения особенно важно поддерживать и диаспору, которая также заинтересована в использовании новых приемов изучения языка. К форуму в режиме онлайн присоединились учителя из соседних регионов – Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Пензенской областей. Проблематика сегодняшнего форума, она гораздо шире. Не только изучение нашего родного языка в пределах нашей Чувашской республики, но и гораздо за ее пределами. Для того, чтобы поддержать в первую очередь и диаспору, для того, чтобы у них были учебно-методические пособия, учителя проходили ежегодное повышение квалификации в институте образования и иные вопросы, сопряженные именно с методикой преподавания чувашского языка. Вопрос об увеличении числа часов преподавания чувашского языка в школах обсудят уже на традиционной августовской конференции педагогов. Дарья Петрова, Диана Иванова, Михаил Солин, Вести Чуваша.